Всем привет, дорогие друзья! Пришла посылочка из Китая с сайта AliExpress. Здесь у нас должны быть сменные испарители на Melo 3. Они также подходят на iJust S и на iJust 2. И керамический дрип-тип. Стоимость посылки, если не ошибаюсь, в районе 400 рублей все вместе. Порядка 260 рублей 5 испарителей элифовских и сменный дрип-тип, вернее, керамический дрип-тип. Порядка 120 рублей. Давайте рассмотрим сейчас дрип-тип. Вот в такой вот он упаковочке пластиковой. Довольно-таки хорошо упакован. Вот так вот все это дело выглядит. Мы видим, керамика довольно-таки неплохо сделана с узором. Узоры там разные, ссылка будет на продавца. Доставка составила порядка 40 дней. Вот такая вот штука. По качеству, я вам скажу, сделано неплохо. В принципе, своих денег стоит. И сменные испарители Elif. Испарители, я вам сразу говорю, не оригинальные, ребят. Взял на пробу. Посмотрим, как будут работать. Потому что оригинал стоит 5 штук. Я заказывал в предыдущем видео, увидите. Заказывал порядка 600 рублей. Это, то есть, 2 раза дешевле. В принципе, коробка оригинальная. Тут даже вот... есть QR-код для проверки на подлинность. В принципе, можно будет и проверить. Я думаю, совпадет все это дело. И вот они сами испарители. Взял я на 0,3 Ом, потому что у него в продаже есть только на 0,5 и на 0,3 Ом. 0,3 вроде тянут неплохо. Ну, так вот все это выглядит. Ну, что я хочу вам сказать, ребят. В принципе, от оригинала ничем не отличается. Даже можно будет взять один, распаковать, посмотреть, в чем может быть отличие. Сейчас распакуем, глянем. Ну, они идентичны с оригиналом, в принципе. Сейчас я нажму на паузу, ребят, возьму старый использованный испаритель оригинальный и сравним с вами по-быстрому, как это будет выглядеть. И сразу этот намотаем, посмотрим, как он будет парить на Melo 3. Так, ребят, продолжим. Получается, вот это не оригинал, который вот пришел буквально вчера, а это вот оригинальный испаритель, который шел у нас в комплекте. Но он уже использованный. Я вот так оставил на всякий случай. Визуально, я хочу вам сказать, они ничем не отличаются. В принципе. Единственное. Обработка вот этого контакта чуть-чуть похуже. Тут видно задиры, как бы камера не передаст. Но визуально видно, что имеются задиры. И резьба, сама вот эта вот верхняя резьба, она чуть-чуть помельче. Вот сейчас, как бы по размерам, все в принципе одинаково. Сейчас мы попробуем накрутить все это дело. Заправим и уже, как говорится, посмотрим, как это все будет работать. Потому что сейчас я использую дрипку вот эту, которую заказывал. Для нее есть обзор. Будет ссылочка тоже на обзор. Посмотрите, кому интересно. Тоже брал у этого же продавца.
Тоже не оригинал, клон, так сказать. Давно я не использовал вот этот бак. До того, как, вернее, как пришла дрипка, сразу я перешел на дрипку. Бак уже как-то не очень вкусно по сравнению с дрипкой. Так. В принципе, здесь резьба все подходит. Вот видим, чтобы не быть голословом, все это новое, еще не использованное. Это у нас все уже использовано. Так. Повторяю, стоимость составила порядка там 260 рублей, в разы меньше, что мы видим. Сопротивление 0,31 Ом. В принципе, 0,3 Ома. Все работает, все отлично. Давайте мы сейчас пропитаем все это дело. И посмотрим, как все это у нас будет парить. В принципе, оно выходит, ну, намного дешевле, чем даже оригинал. Смотрим, будет ли отличие, не будет. Если отличий никаких не будет, как бы советую тогда брать у этого продавца. Ссылочка будет в описании, как всегда. Сейчас мы с вами все это дело опробуем, попробуем. Как все это дело у нас работает. Что-то я тут переборщил слегонца. Да и ладно. Ничего страшного. Сейчас зальем полбака, чтобы не израсходовать много жидкости, потому что все равно потом все это выльется, так как я дрипку использую. Дрипка повкуснее и по навалистее, нежели бак. В принципе, я думаю, для пробы будет достаточно. Но пока это все дело у нас сейчас пропитывается, пусть она ватка пропитается, хочу вам рассказать, ребят, одну вещицу. До того, как пришла дрипка, у меня закончились все испарители, которые я покупал до этого, как бы, которые шли в комплекте. Я тут решил, посмотрел видео на ютубе и решил замутить вот такую вот вещицу. Видел, как другие обзорщики накручивают спирали, то есть на старые испарители. Получается, мы вытаскиваем все внутренности, и туда наматывается у нас спиралька. Если кому как бы интересно, пишите в комментариях, я эту процедуру проделаю на видеозапись. Вот такая вот штука у нас получается, как мы видим. Внутри спиралька, ватка, и все, вот так вот все это выглядит. Но, одно но, ребят. Многие обзорщики не говорят об одном нюансе, об одной мелочи. Как бы я все это сделал первый раз, все поймал, то есть сопротивление нужное, ну, выставил, все замечательно. Но все это дело текло ужасно. Как бы чуть-чуть поковырявшись, также посмотрев другие обзоры, я понял, то что если вы не запаяете вот эти две, вот этих два отверстия, как мы видим, обычным паяльником, молом, потом так аккуратненько напильничком лишнее убираете по кромке. Вот пока вы не запаяете вот эти два отверстия боковых, у вас вся жижа будет вытекать наружу. То есть это обязательно, ребят. После того, как вы накрутите спираль, намотаете, то есть нужно будет все это дело запаять, чтобы не было никаких лишних дырок. Тогда будет вам счастье, все будет работать.
Работает это дело отлично, ничуть не хуже оригинальных испарителей. Скажу вам так, в принципе, намного экономнее. Получается, вы, если возьмете койлы, которые я покупал, Demon Killer Coil, там их очень много, там порядка 50 штук. Вот сами посчитайте, на сколько 50 койлов вам хватит намотать. Это намного, намного лучше, чем, я считаю, родные испарители. Тем временем, я думаю, вот это дело у нас все пропиталось. Выставляем 30 ватт. Ну и давайте попробуем напаснуть, как говорится. Скажу так, все работает, как видите, парит. Не знаю, надолго ли хватит, но я думаю, проработают они не меньше, чем родные испарители. Ну, то есть, как я их менял, это 1,5-2 недели максимум. В среднем 1,5 недели, и шла у меня замена испарителя, чтобы не ловить гарики. Ребят, все работает, все отлично. Советую. Советую, советую. Тем более за такие деньги, 260 рублей в наше время, это ничего не стоит. Ссылочка на продавца будет в описании. Ставим лайки, оставляем комментарии, отвечу на все ваши вопросы. Подписываемся на канал, ребят. Ждем новых видео. Скоро также... Заказал я очень много чехлов для телефонов. Будет обзорчик следующий. Это чехлы и пленки. Так что ждем. Пишите в комментариях, что хотите еще увидеть. Будем заказывать для себя товары, делать на них видеообзоры. Так, всем спасибо. Пока-пока.